Об этой ужасной новости сообщили сегодня рано утром на просторах российского шоу-бизнеса. Друзья, мы снова приветствуем вас на нашем YouTube-канале. Мы каждый день делаем самые интересные новости только для вас. Сегодня мы, к сожалению, спешим с вами поделиться этой печальной новостью, которая задела всю страну. Многие обеспокоены, многие рыдают и никак не могут привести себя в порядок от этой новости. Сегодня рано утром нам стало известно о том, что в Москве отменены концерты российского певца Владимира Преснякова-младшего. Несколько концертов были отменены в срочном порядке, но никто ничего не рассказывал более подробнее, что же все-таки случилось с Владимиром Пресняковым и почему были отменены концерты. Оказывается, что наш любимый российский певец Владимир Пресняков вчера прибыл из Египта, где отдыхал со своей семьей. Он прилетел оттуда, уже имея травму ноги, которую получил на отдыхе. Сейчас ему придется долго реабилитироваться в больнице, где будут ему лечить пострадавшую ногу. Уже завтра утром, дорогие наши друзья, на нашем канале появится продолжение этого выпуска, где будет более подробнее рассказано вам, что же на самом деле случилось с Владимиром Пресняковым. Чтобы не пропустить этот выпуск, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал и нажмите на колокольчик. Только так вы сможете увидеть завтрашний выпуск. До скорой встречи, дорогие наши зрители и подписчики YouTube-канала.